залетел под машину. Сегодня на проспекте Мира между остановками райисполком и театр кукол произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель мотоцикла на скорой доставлен в БСМП. Погибших нет. Это не единственная авария на этом участке дороги за сегодня. Подробности с места происшествия и эксклюзивные кадры с видеорегистратора далее. ДТП произошло сегодня в районе 11:45. На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль «Лада Гранта» перестроился в правый крайний ряд, а когда впереди идущий автобус притормозил, стало выезжать на левую полосу. «Рено Дастер», ехавший за ним, снизил скорость, а вот мотоциклист этого сделать не успел. По словам очевидцев, ударился он головой. Водитель «Рено» притормозил, соответственно, да, и тот, кто ехал на мотоцикле, он ехал, ну, в него. Ну, скорость 40 км, наверное, была. Он начал бросать мотоцикл и залетел под него. То есть ударился нижним бампером от пластмасс каской. Ну нет, на вид-то целый, конечно. Блин, он самочувствие не очень плохое было, да. Он не мог никак лечь на носилки. Как сообщили очевидцы, скорая приехала в считанные секунды. Мотоциклисту оказали первую помощь и увезли. Сотрудники ДПС оказались рядом буквально сразу. Они были на месте другого ДТП на повороте на местную дорогу. Некоторые считают, что затор, спровоцировавший ЧП с мотоциклистом, начался именно из-за этой аварии. В основном-то это, там авария случилась, здесь же поворот. Машины начали это там еле-еле проезжать. Видно, пробка здесь случилась. Обстоятельства случившегося и степень виновности участников происшествия установит следствие. Пирния Сулейманова, Радик Ганеев, Челны-24.